В Белебее в рамках программы «Башкирские дворики» благоустроили 24 двора. В этом году на эти цели в райцентре направили 14,5 миллионов рублей. Ход работы оценил глава региона Ради Хабиров в ходе своей рабочей поездки. Но вот сейчас в Белебее продолжается благоустройство дворов и домов номер 30 и 31 по улице Ленина и 81 по улице Тукаева. Здесь уже установили бордюры, заасфальтировали проезды и тротуары, модернизировали систему освещения. Ну и сейчас приступили к установке детской площадки, а также скамеек. Ну и работы планируют здесь завершить к 1 сентября. И по результатам конкурсных процедур удалось сэкономить почти 1,5 миллиона рублей. На вырученные деньги заасфальтировали проезд в сторону улицы Фурманова. Здесь вот здесь же за домом воркаутная спортивная будет прямо за домом. А здесь мы только детскую делаем и озеленением будем заниматься. Вот такой у нас проект. Еще не все подошло. Вот. А это где? Контейнерная площадка. А вот там, да? Хозплощадка имеется для белевые, для того же отряхивания паласов. Ну и отмечу, что ранее Белебей стал победителем всероссийского конкурса создания комфортной городской среды с проектом парка «Поющие родники». Сейчас эта территория в центральной части города, отмечают в мэрии, любимое место отдыха жителей.